Всем привет! Мы сегодня с Артемкой идем в планетарий, который находится недалеко от центра науки Коперника. Посмотрите, там овечки сзади. Мы нашли вот таких вот овечек. Класс! Пойдем нам туда. Я еще здесь, кстати, ни разу не была. Вот первый раз мы сюда приехали. Сегодня пойдем в планетарий. На те выходных мы пытались попасть в музей Коперника. У меня не получилось купить билеты, но я скоро с этим разберусь и куплю билеты. Что там? Что-то интересное. Говорит, какая-то интересная штука. Какая-то полка тут. Ага. И такие камни. Видишь? Да. Ой, слышишь разные звуки? Да. Классно. Здесь такие палки и здесь разрезы. Чем больше палка, по-моему... Нет, чем больше палка, тем ниже звук. Ага. Хочешь посмотреть? Нет, спасибо. Так, вот парк, это центр науки, недалеко находится вот от речки Висла. Там мост. А Да, можно. А, не знаю, видишь, здесь молоточка такого нет, сынок. Не знаю, нет. Пойдем. Мы с Артемом взяли уже наушники, билетики. И сейчас вот поднимаемся. Она должна уже говорить что-то? Нет, просто ходишь, смотришь все, что здесь написано, нарисовано. А зачем наушники? Ну, наушники-то потом, когда мы будем фильм смотреть. Пойдем. Вот есть такая, называется «Игра с климатом». Это что нужно сделать, чтобы Мамочка, не было... А, что? На воде. На воде. Ой, смотри, нам нужно... электромашины, обыкновенные машины мы убрали и посадили с лес, да, ветряки. Они будут электричество делать. Да. Они должны быть возле воды. Там хорошо. Больше есть. А, закончилось. Ну, и, наверное, все. Каждого по 4. Еще леса добавить. Можно много лес, да, в леса посадить. Да, максимально 4. Ой, я закончила. Все. Ну, вот такое. Пойдем смотреть, что есть дальше. Ой, я включила какой-то уровень. Ага. Что здесь написано? Больше информации. Сейчас посмотрим. Вот. Тут информация. Артем, космонавт. Да. Покажу. Заходим с Артемом на фильм. Да. Вот. Так, смотрю, впереди нас тоже какие-то ютуберы. Да. Пойдем. Хорошо, не будем потом плацать. Звук нельзя. Пойдем, нам нужно найти наше 13-е место. 13-й ряд, да, пойдем. Вот такой вот кинотеатр. Дальше с Варшавы за dużo tych gwiazd nie widać. Ale coś tam widać nawet z Warszawy, więc my wam pokażemy teraz takie najjaśniejsze. I tak wyłączyli świat i начали pokazywać gwiazdy i rozkazywać na polskim języku. Będzie świeciło. Czy wielka niedźwiedzica, w której świeci wielki wóz, też ma taki długi ogon. I teraz tak, nie gaśmy sobie tych wszystkich podpowiedzi jeszcze, ale Piotrze, zacznijmy kręcić ziemią nieco szybciej i postarajcie się zaobserwować, co się dzieje. No, święty Mikołaj, spójrzmy z szerszej perspektywy. Jak to jest z innymi planetami? No, a potem nam wkrócili mutik, który też szedł na polskim języku, no u nas były nauszniki, которых можно было слушать на русском, на украинском и на английском. Что хочу сказать, мультик было смотреть не очень удобно. В обыкновенном кинотеатре мне нравится гораздо больше, чем на изогнутом таком экране. Итак, мы вышли с Артемом уже с планетария. Артем, как тебе? Там так 3D,
что когда они летят в космос, то там голова кружится. Как будто бы по-настоящему летишь в космос. Ну да. Даже кресло как будто бы двигается. Ну, в общем, если честно, то мне не очень понравилось. Но вот я вам просто честно говорю, я не буду вам рассказывать, что вау, было супер, обязательно идите. Но это лично мое мнение. Мне не нравится тоже. Тебе тоже не понравилось? Да, мне нравилось больше там, где мы, помнишь, где на начале видео ударяли. Артему больше понравилось там, где мы с самого начала просто нашли какой-то экспонат, и он по нему бил, звуки издавал, чем планетарий, в который мы пошли. В общем, но это было только наше мнение, почему-то вот, ну, нам планетарий не зашел. Не знаю, может быть, вам понравится, и, ну, сходите, проверьте. Так что так вот. Еще я пообщалась здесь с девочкой, которая ходила в музей Коперника. Вот она говорит, что музей Коперника — это прям вау, супер. И много от кого я слышала, что вот именно музей Коперника — это действительно классно, и туда стоит пойти, но идти нужно на прям на целый-целый день, чтобы все посмотреть. Поэтому, наверное, следующий наш поход будет с Артемом в музей Коперника. И надеюсь, нам там гораздо больше понравится, чем в планетарии. Вот так вот. Вот такое вот было видео, вот такое вот у нас сложилось мнение. Один раз ходили, больше мы точно не пойдем. Ну все, пока-пока.